Ну, первое, что я могу сказать. Внешне фестиваль замечательный. Очень хорошо поработали архитекторы и дизайнеры. Очень интересные экспозиции. Есть сочетание молодого и взрослого. Это все очень здорово. Но в первую очередь надо смотреть не только со стороны профессионализма, а надо смотреть еще на итоги со стороны тех, кто пользуется нашим профессионализмом. Понимаете, не кто придумал хорошую форму, а есть ли люди, которым в этой форме удобно жить. Я не знаю, может, это случайность. Я люблю очень Прагу. И там есть два здания принцеровских лауреатов. Здание, соответственно, да, танцующий дом Франка Гэри. И есть еще новелля здание. Знаете, самое удивительное, они очень красивые здания. Но и на одном, на другом написано «Сдаются площади». Понимаете, сдаются площади. Потому что иногда качество архитектуры не соответствует той функции, которая должна в ней сидеть. А все простые коробки, они все заполнены. Архитектура – это образ жизни. Архитектура – это, если ты становишься архитектором, ты обретаешь свою малую родину, которая может вырасти до всего мира. Ты попадаешь в касту людей. Ты попадаешь в касту людей, которые знают, как жить другим. Выучил.